Всем привет, меня зовут Родион, я что-то типа капитана команды Ленинакан DC, хотя, по-моему, теперь называемся просто DC United. Как вам сегодняшняя игра? Погода, самое главное, была очень приятная, не было холода, такого ветра сильного не было, и играть было комфортно. Команда соперников, спасибо, они играли, в принципе, более-менее неплохо. Сыгранность у них хромает немножко, мы вроде как работаем над собой, поэтому все получается. По-моему, 5-0, если я ничего не путаю, или 6-0. Атака молодцы, защита сегодня просто на высоте. Центр поля у нас немножко попридержал, подмерз, может быть, за счет того, что не было такой интенсивности. Но бегали неплохо. Так что спасибо и соперникам, и судейство тоже на уровне. Пару вопросов, конечно, есть к нашему брату, но можно пережить. 5-0 или 6-0 в нашу пользу достаточно.